Миколаєві дорожчає орендоване житло. Осінній сплеск попиту на квартири зумів підняти вгору ціни на їх оренду. Є ряд факторів. Тобто у нас є спрос і предложення. Це закон ринку ніхто не відміняв. Якщо касаемо предложення, то предложення в Миколаєві небольшое. Вот, хорошего качественного жилья. Вот, поэтому предложение оно сильно не увеличилось, а вот спрос увеличился в разы. Ціна на орендоване житло в Миколаєві росте разом з попитом. Все більше людей переїжджають з села до міста з метою реалізації своїх амбіцій. Ви здивуєтесь, але і спеціалісти різних галузей з центральних регіонів переїжджають до Миколаєва для відкриття нових філій різних підприємств. До того ж, у нашому місті існує велика кількість шлюбних агентств, які спонукають іноземців до приїзду сюди в пошуках майбутньої дружини. Літом город опустошається за счет того, що всі виїжджають на моря, вот, на відпочинок. Там. Тобто це період, коли спрос на жилье менше. Вот. Потім всі повертаються з літа, починається активний спрос на жилье, починає там середини августа. Вот, поэтому там идет обострение, вот, очень серьезно. Несмотря на то, что у нас повышаются коммунальные платежи, у нас рост тарифов происходит, но спрос настолько устойчивый, что это дело все перекрывает. В порівнянні з минулим роком середня ціна на оренду квартири подорожчала на третину. Якщо в 2015 році однокімнатну квартиру в центрі Миколаєва з ремонтом та необхідною технікою можливо було зняти за 2500 гривень, то в цьому році ціна виросла до 3-4 тисяч гривень. Двокімнатні квартири подорожчали з 4 до 5 тисяч гривень. Прогнози на 2017 рік не дають приводу радіти. Ціна не знизиться, тому що спрос все-таки вище, ніж пропозиція. Вот. Значит, вкладывать люди там в долгосрочную аренду сильно не будут, потому что, скажем так, если брать валютную цену, да, то валютная цена она упала очень сильно на аренду. Підвищення цін на оренду житла в Миколаєві не спричинило серйозного впливу на попит в цьому році. Наймане житло і далі користується популярністю серед приїжджих. Але це явище тимчасове, оскільки доходи миколаївців не зростають. Що ж, друзі, ми продовжуємо і тему, яку ми обговорювали самого ранку, продовжуємо з нашим експертом з нерухомості Олександром Швенським. Вітаю вас, дякую, що сьогодні зранку ви з нами. І так, для миколаївців це больна тема, особливо для студентів, для приїжджих, це знайти жилье. Перші тижні проходять просто в пошуку в інтернеті, коли нічого не виходить, я так розумію, що приходять все-таки к експертам в агентство недвижимості. Як к вам часто обращаються з такими просьбами? Значит, сразу скажу, что это единственный выход для человека сразу обратиться в нормальное, хорошее агентство за помощью в поиске недвижимости. То есть довольно-таки часто, потому что это на данный момент на рынке недвижимости это самая востребованная услуга. А по поводу, вот если смотреть, скажем так, демографически или как-то еще, это в основном молодежь, то есть студенты, или это все-таки рабочие люди, кто чаще ищет жилье? В основном это рабочие люди, вот, студенты тоже в том числе, в большинстве случаев это от 20 и там до 40 лет, вот такой вот контингент. А если смотреть на рынок недвижимости Николаева, есть ли свободные, скажем так, квадратные метры, насколько их много, или сейчас после сентября, когда все уже заехали, расселились, очень сложно найти уже жилье? На самом деле постоянно рынок динамичный, постоянно освобождается, то есть просто надо, приходится по нормальной квартире надо подождать. Все равно надо, основное освобождается, они есть. Просто надо активно этим заниматься. И обращаться, опять же, таки, к эксперту, то есть в агентство недвижимости по этому вопросу. Потому что если вы будете анализировать сами интернет, то большинство объявлений они являются фейковыми. То есть человек заходит туда, звонит, ой, извините, эта квартира там занята, или только что сдалась, или еще какие-то там отговорки. На самом деле, то есть. Так оно и есть. А смотрите, по поводу этих фейковых страниц, потому что когда только приехал Николаев, то тоже у меня был вопрос такой, как найти жилье, и очень часто попадал на такие вот сообщения, что вот уже сдали. В чем выгода этих людей? На самом деле, ихняя задача – это просто набить базу.
То есть вас записывают в базу, и как только у них что-то будет освобождаться, они будут предлагать вариант. То есть не обязательно это будет, он может быть хуже, такой же там, ну, то есть, ну, просто идет как забивка базы. И еще хотел обратить внимание, значит, смотрите, чтобы люди были очень внимательны, наши граждане. Значит, сейчас очень активизировалось, ну, как бы в нашем городе меньше, но вот в Одессе, там в том числе активизировались мошенники. Ну, как бы они работают на законной основе, то есть они дают объявление, что они там по низкой цене найдут квартиру. На самом деле это просто договор на информационно-конституционные услуги. Uh-huh. То есть человек оплачивает услугу, ему должны дать контакты ну, этих квартира владельцев квартир. Вот. А, то есть вот эти варианты, о которых мы просто несколько эфиров назад разговаривали, в эфире показывали сюжеты людей пострадавших, когда просто 1000 гривен сначала платят, подписывают договор, и потом им как бы должны были дать адреса квартиры. Ну, то есть человек должен изначально читать договор. Угу. Что это за договор? То есть договор это не аренды, а договор на оказание услуг. Да. И то есть к ним как бы предъявить претензии, по своей сути нельзя, потому что они, получается, ну, они дали вам базу, да, а то, что там не отвечает, как бы, ну, извините. А как должно с нормальным, правильным агентством строиться отношение? Вы, вот, например, я, да, прихожу к вам, и что мы делаем в первую очередь? Ну, для того, чтобы, значит, сразу расскажу, что человек должен оплачивать только по факту получения услуги. То есть после того, как вы увидели квартиру, утвердили, что вы в нее заселяетесь, потом уже оплачиваются услуги? Ну, да, когда человек уже увидел квартиру, увидел документы, право собственности на этот объект, увидел владельца, паспорт, то есть уже посмотрел, что все у него, ну, нормально, как бы, то есть только тогда он уже должен оплатить услуги, как бы, и риэлтора, и за квартиру. Очень часто есть в интернете, опять-таки, в социальных сетях, все пишут о том, что вот проще самому найти, потому что риэлтору заплатить это тридорого и так далее. На самом деле, это небольшая сумма, это небольшой процент. Сколько вот в нормальном агентстве это процентов от стоимости? От 50 до 100%. То есть вот так, да? То есть это получается, там, к примеру, там квартира стоит там 3000 гривен, это, либо это будет 1500, либо будет 3000 гривен. То есть в зависимости от того, какая это сложность как бы работы. То есть, ну, по-разному, поэтому То есть все зависит лучше от количества вариантов, которые предоставляются, правильно, для выбора? Не, ну, абсолютно разная ситуация, но это может быть колебаться, да, это услуга от 50 до 100%. От одной платы. А как еще есть популярный вариант, это когда платится сразу первый месяц и последний аренды. Ну, это классика жанра. Это классика жанра. Да, то есть здесь бояться ничего тоже не нужно. Да, то есть платит человек за первый месяц наперед и залог, который является, либо он будет концом оплаты, то есть это будет там последний месяц, когда он, человек будет выезжать, либо же это будет за какие-то порчу имущества, да, там, то есть, там, я не знаю, по его вине, да, опять же таки. Но опять же таки, это все надо в договоре оговаривать, как бы, и лучше, конечно, обращаться к экспертам. Ну, не лучше, а так вероятно, то есть, по крайней мере, есть третья сторона, которая отвечает, да, отвечает по этому вопросу. То есть. По договорам мы уже не один раз о договорах говорим. Есть у нас варианты этих договоров, и я предлагаю сейчас вывести их на экран, чтобы мы прокомментировали вместе с вами, увидели, что это, и наши зрители тоже. Вот один из типичных договоров, правильно? Да. Ну, на самом деле, как бы, люди могут носить туда изменения. То есть, самый главный момент – это договор, если он заключается до 3 лет, то он может быть ненотариальным. То есть, люди там уже указывают все особенности, ответственность сторон, там, предмет договора. Ну, обязательно, как бы, я хотел бы сказать, чтобы, естественно, должны быть реквизиты сторон. Это, то есть, последние, вот там, где подписи уже ставятся, да? То не, в начале и в конце пишется, да. Вот, предмет договора обязательно, то есть, вот, обязательно указывается конкретно, что это адрес квартиры, вот, ну, номер квартиры, вот, если это частный дом. И всегда рекомендую заполнять акт приема передачи, то есть здесь должна быть указана полная информация, какие есть предметы. Ну, желательно еще их сфотографировать, то есть, когда будут фотофиксации, тогда вообще не будет никаких проблем у сторон. То есть, если въезжают в квартиру, это не первая сдача, чаще всего на мебели, на технике есть какие-то уже повреждения, чаще всего. А как это тоже зафиксировать или сразу оговаривать, вписывать, фотографировать, то есть что делать? Смотрите, как бы абсолютно разная ситуация, но если по-правильному, да, то, конечно, надо обойти как и владельцу
недвижимости, так же самое и арендатору обойти полностью всю квартиру, пересмотреть, сфотографировать, увидеть какие-то там недостатки, как бы это зафиксировать либо в акте, либо же на фотоаппарат. Вот, то есть, ну, почему? Потому что потом, когда человек будет выезжать, да, могут возникнуть вопросы, сказать, а я этого не делал там, или, то есть, когда нам будет это все зафиксировано на бумаге. Намного проще уже доказать. То есть, я знаю, есть договора, как бы коллеги мне это рассказывали, там, на 20 листов, да, заключал договор аренды с фотографиями, с полностью всем техническим описанием, допустим, там, холодильника, там, телевизора, там, ноутбука, если там это представлялось, да, там. То есть абсолютно все это можно зафиксировать. И тогда проблем не будет. Скажем так, есть же такая поговорка, да, чем крепче расчет, чем лучше дружба, да. Ну, да. Так же самое и здесь, да, то есть если будет все это указано, обязательно вот еще, кстати, показания по приборам учета, да. Да, приборам учета, да. То есть если есть там холодная, горячая вода, это можно указывать. Вот. Если какие-то еще моменты, все это можно указать в договоре, и потом каждый спит крепче, как бы. Ну, еще рекомендация, как бы, при съеме обязательно это, как бы, это поменять ключи, поменять замок, как бы, с ключами, то есть. А как на это смотрят владельцы квартир, на то, что меняются ключи, и, я так понимаю, вариантов ключей у них нет? А, ну, или это бывают разные ситуации? Не, ну, обязательно, как бы, должен у владельца быть ключ, как бы, по идее. Ну, все это можно в договоре указывать. Можно оговаривать в договоре возможность посещения, там, раз в месяц, к примеру, там, при том, кто снимает, или без него. То есть, это все можно оговорить. То есть, оговорить о том, можно ли или, там, курить в помещении, там, держать животных, там, сдавать его в субаренду, то есть человек же может тоже в субаренду сдавать, а это, как правило, ну, запрещают владельцы квартир. То есть. А чаще всего как хотят арендовать николаевцы? Уже полностью с мебелью, с техникой, или проще арендовать без мебели, без техники, тогда дешевле, или как? Какие варианты? Ну, как вы считаете? Ну, я бы, если въезжал, то, конечно, с мебелью и с техникой, но, возможно, есть, если дешевле намного без техники и без мебели, можно со своей приехать. Да, то есть, ну, на самом деле, в 90% случаев, ну, так, как бы, я вижу, да, то есть, все хотят сразу въехать уже готовое. Насколько это дороже по цене? Конечно, это дороже, и эта квартира сразу, ну, с рынка уходит, то есть моментально. То есть только появляется сразу? Да, если она там хорошо комплектована, нормальная цена, как бы, да, то есть она и в состоянии ее, там, допустим, такое, человеку все нравится, как бы, да, он сразу ее, ее сразу забирает. Вот, поэтому, конечно же, эти квартиры, которые, они уходят с рынка моментально. Вот. А если там что-то не то, там. На них очереди уже стоят. А? На них очереди. Очереди стоят реально, да. Значит, это значит, в первую очередь, там, к примеру, да, там нету там холодильника, да, там, как бы, уже получается, да, там, как бы. Ну, холодильник — это основной такой момент, да, там. Вот, стиральная машина, то есть холодильник, стиральная машина. То есть, вот, то, что для удобства, да, нужно. Кондиционер. Вот, если, особенно в летний период, я думаю, это важно. Да. А по поводу, еще есть несколько вопросов по поводу квартир. Это однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и так далее. Какие чаще снимают? Однокомнатные. Однокомнатные. Да. Ну, почему есть еще такой миф, я сразу уже вставлю 5 копеек, что они дороже, чем двухкомнатные. Правда ли? Они не дороже, а они просто могут быть в одну цену. Вот. Либо незначительная разница, то есть. Как бы, я вам скажу, рынок, он индивидуальный, да, очень индивидуальный, поэтому сказать там 100%, что дороже, нет, то есть они в одну цену, либо же чуть-чуть ниже могут быть. Спрос на однокомнатные больше, в силу того, что если люди приезжают, им надо хоть какое-то жилье, да, за квадратный, лишний квадратный метр никто платить не хочет, вот, если это один человек. Если, допустим, много людей, вот, то, конечно, им надо больше квартира, как бы. Но, как правило, в большинстве случаев снимают люди, которые не нужна двухкомнатная квартира. И еще один момент, это в каком районе Николаева больше свободных квадратных метров или меньше, вот, тенденция. Ну, понятно, все хотят в центре, но все же. Ну, в центр — это самый востребованный, вот, тут, как бы, без вариантов. Вот. И вариантов мало, да, скажем так, или достаточно? Ну, как правило, они все сосредоточены в центре, квартиры, как бы. Вот, конечно, уже все, что дальше центра, там спрос меньше.
Вот. Ну и ценовая, соответственно, в центре дороже. Да. Поэтому, ну что ж, спасибо вам большое за вот такие рекомендации. Самое главное, друзья, самая главная рекомендация. Все прописывайте, все вписывайте. Бумага все стерпит, но потом при расчете будет намного проще доказать свою правоту. Согласен полностью. Спасибо вам за то, что пришли. Я нагадую нашим телеглядачам, что сегодня в студии спілкувалися з експертом з нерухомості. Олександр Шванський до нас сьогодні завітав.